Так, ну что, Деми Ловато, хочешь грядку вскопать? Возьми мою лопату, твою лопату, лопату не надо. Дурацкая рифма. Поехали, что там слушать-то, ну-ка. Привет, ребята, это Рамузыка, и сегодня я решил послушать новую песню Деми Ловато, Tell Me You Love Me. Что ж, придется мне сказать Деми, что я люблю ее, или нет? Узнаем прямо сейчас. Итак, Деми Ловато выходит с новым альбомом очень скоро. Она его уже анонсировала 20 какого-то 3 числа. Значит, новый альбом будет. Первый сингл уже доступен. Tell me you love me. Скажи мне, что ты любишь меня. Я решил ее послушать. Сейчас, может, даже будут вставочки с моего первого прослушивания. Только что прослушал. И вот мое первое впечатление. Сколько еще куплет будет идти? Ой, вступление. Что я подумал про песню? Песня задумывалась, я так понимаю, как баллада. Вот. Деми Ловато, как обычно, козыряет своим вокалом. Окей. Так это что, баллада будет? Баллады прикольные. Come back, baby. Очень все напористо, мощно, взрывно. Послушайте песню сами, если хотите. Но текст, как обычно... Нет, я не скажу, что текст примитивный, но текст очень популярный. Короче, та же самая, походу, тема. Никто ее не любит. Она как бы чувствует, но ни хрена не получает. И ей нужно как ребенку разжевать все. И скажи, что ты меня любишь, как обычно. Без тебя мне плохо, главное. Детские проблемы, скорее всего, даже не взаимно. Только немножко непонятный лично мне. То есть Деми поет, что значит она поругалась со своим парнем. Опять на тему того, что она что-то не так сказала. Значит, парень злой. Но в то же время ей нужна поддержка. Она ноет, мол... Что же она все время поет, как будто ей больно? I'm sorry, I'm sorry. И одновременно с этим говорит, да, я знаю, что я, значит, не невиновная. Я знаю, что я тоже виновата, но, пожалуйста, поддержи меня. То есть они поругались. Она, значит, вначале так небрежно говорит, о, опять начинается, опять мы ссоримся из-за того, что я сказала. А потом, значит, просит о помощи и поддержке, ты мне нужен, я, значит, тебя люблю, но в то же время она сама понимает, что она виновата. Я не очень понял. То есть это типичная такая детская ситуация. Tell me you love me. А чё, откуда столько эгоизма? Мне вот в такие дни ты мне нужен, скажи мне, значит, скажи, а ты сама что-нибудь скажи. Ты только сама переживаешь в темноте, а ты чувство-то сама прояви. Чувство-то сама прояви. Так у молодежи бывает, но, я так понимаю, Деми Ловато еще очень молодая. Да, но, по-моему, моего возраста или сколько, ей 25, я хрен знает. Ой, ну еще и слушать твое сердце должен. Can you hear my heart? Еще у нее сердце стонет звуками красивыми, такими... Потом она уже начинает рефлексировать, начинает психовать и нервничать, что, мол, надеюсь, что ты от меня не уйдешь никогда. Значит, я опять сказала какое-то говно, но надеюсь, ты от меня никогда не уйдешь. You are nobody till you got somebody. Получается, ты никто, пока у тебя кто-то не появился. Что за чушь? А мне кажется, ли всю остальную карьеру певцы, наоборот, пропагандировали то, что тебе себя достаточно, ты сам целостная личность. Скажи, значит, что ты меня любишь. Мне понравился такой небольшой тейк по поводу сердцебиения. У нее были такие, значит, строчки, что мое сердце говорит... Вот, в песне всегда нужен хороший «у». Я, по-моему, даже это сказал во время реакции. Слушай, прикольно. Мне нравится второй голос, вот этот мужское такое подпевание. Оу-оу! Вот это мне уже нравится более-менее. Слушайте, нельзя не оценить хороший качественный «у-у-у» в песне. И он здесь такой очень к месту. Песня вроде не баллада, но и не мид-темпа, что-то между. Она вроде медленная, но такой очень мягкий бит. Мне, в принципе, понравилось, за исключением вот лирики. То есть, потому что Деми себя, значит, износит, такая вся бедная и грустная. Что-то много слов, что каждый разные, все припевы разные. Но в то же время, как бы понимать, что не права. Ну, это обычная такая женская истерика, я так понимаю. Строчки, также которые, как основные в плане цитаты, можно отнести сюда, это «You're nobody till you're not with somebody», что-то такое, типа «Ты никто, пока ты не нашел кого-то». О, вот это затишье мне нравится в конце. On days like this, I do. Не угадал, ладно, все равно орет. You are nobody till you got somebody.
Вот, в общем и целом, мне песня в принципе понравилась. Я не знаю, какой у нее фактор переслушивания. Я не думаю, что высокий, потому что, опять же, много слов в припеве. I need someone. Я так понимаю, всем поднадоели бессловесные припевы, и народ начинает ворачиваться к привычной схеме более смысловой, более такой насыщенной истории, когда в припеве поются слова и есть текст. Надеюсь, ну, тема хорошая, на самом деле, со словами, поэтому, в принципе, ничего плохого и против не имею того, что она, как бы, ей есть что спеть, вот, в этом отрезке песни. Я надеюсь, вам понравилось, послушайте, напишите, если вам понравилось, обязательно послушайте песенку, это новинка, скоро будет на радио или не будет. Tell me you love me, скажи, что ты любишь меня. А мы увидимся с вами очень скоро. Вот, подписывайтесь, не забудьте на колокольчик нажать. Ну вот, надеюсь вас увидеть уже скоро. И желаю вам хорошего дня. Пока-пока. Fuck you! А зачем хлопки? Yes, bitch! Хлопаем. Хлопки здесь не нужны были.